Всем привет, друзья! С вами Андрей и Максим. Итак, новый ролик, такого тоже еще никогда не было у нас на канале. Мы сейчас будет Максим отгадывать клубы по национальности. Итак, правила все такие же. У Максима есть на каждую линию на поле одна попытка, чтобы ее использовать. Это линия нападения, полузащиты, защиты и вратарь. Ну и последний, пятый клуб я ему сам и загадываю. Итак, после того, как Максим ошибается и говорит, что это какой-то клуб, он должен обязательно назвать еще одну линию себе, чтобы открыть, и после этого уже назвать. Также у него есть на каждый клуб по две жизни. Ну что ж, тебе легкий или посложнее? Сложный, сразу. Ну давай. Нападение, полузащита, защита или вратарь? Полузащита. Полузащита. Здесь 4 игрока, я тебе диктую слева направо. Аргентина, Колумбия, Россия, Аргентина. Колумбия, Россия, Аргентина. Известный клуб? Ну да. Ну блин, ну это же не Зенит. Хотя, давай это будет Зенит. Это твой окончательный ответ? Да. Да, это Зенит. Так вот Максиму получилось, то практически сразу он отгадывает. 3 балла из 4. Все сразу. Итак, второй клуб. Сейчас тебе... Ну давай. Полузащита, защита... А, нет, теперь тебе только защита, нападение или вратарь? Нападение. Нападение. Это Италия и Хорватия. Италия, Хорватия. Италия, Хорватия. Известны клубенцы? Ну, в своих кругах, да. Так. Да явно же Ювентус. Это твой ответ? Да. Да, это Ювентус. В нападении там был Бернардески. В последнем матче, это все я беру составы, не было там Криштиану Роналду в этом матче. Там был Бернардески и Манджукич. Так, остается 3 клуба. Давай следующий клубен. Так, ну, давай вот этот. Полузащита. А, теперь у тебя только осталась защита и вратарь. Давай защиту. Защита. Франция, Бразилия, Германия. Франция, Бразилия, Германия. Чё-то заподозрил. А нет, тихо. ПСЖ! Это окончательный ответ? Да. Да, это ПСЖ. В последнем матче они играли, там был Кимпембе, Маркинес и Кёрхер. Итак. Ох, как идут-то. Осталось у тебя 2 клуба и... Давай. У тебя остался вратарь в твоем расположении, и это Испания. Ой, вот тут уже сложно. Так, испанец. Клуб известный? Ну, если прям так углубляться в знания футбола, то да. Севилья! Это окончательный ответ? Да. Нет, это не Севилья. Теперь говори любую линию. Защита. Здесь уже будет намного легче. 4 англичана. Страшно ж. Значит, какой-то такой клубенция, какой-нибудь середнячок. Прям ты сейчас точно подметил, что середнячок. Так, Дубравка. Не. Среднячок, да? Да. Манчестер Юнайтед. Да. И последний сейчас. Что, серьезно? Да, Манчестер Юнайтед. Чисто по приколу сказал. Итак, последний клуб у нас остался, и теперь я тебе говорю по именно линии. Итак, линия — это у нас полузащита. Бразилия, Испания, Хорватия. А линия какая? Нападение? Полузащита. Полузащита. Прям сходу Реал Мадрид. Это окончательный ответ? Да. То есть ты думаешь, что это Каземира, Иско и Лука Модрич? О, да. Нет, это не мадридский Реал. Выбирай следующую для себя линию. Давай нападение. Бразилия, Уругвай, Аргентина. Барселона. Ну, хоть не мадридский Реал. Да, это Барселона. Итак, Максим заработал 18 баллов из 20 возможных. Это тоже неплохо. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующих выпусках, роликах про эту тему, все угадайки вот этих клубов, клубы будут потом намного тяжелее. Тогда уже Максим не сможет так быстро отвечать. Сейчас это мы просто дали разогрев, пилотные выпуски. С вами был Андрей. И Максим. Всем пока.